Кандидат в мастера спорта Сергей Потапов давно шел к этой победе. Помимо золота, первенства Сибирского федерального округа, у юноши звание лучшего боксера СФО. Сейчас он готовится к России. Конкуренция выше, а значит, сил приложить придется больше. Тренировки становятся чаще и дольше времени боксер проводит в зале. Далеко не бывает. Все надо с трудностями преодолевать. Надо смотреть за ударами, думать, уклоняться. И думать, что пробить, какую серию там. Серафим только готовится к первенству Сибирского федерального округа. На областном турнире получил приз за лучшую технику. Дисциплина – то, что помогает становиться сильнее. Главное просто понимать, что ты сильнейший, ты готовился. Если ты в себе уверен, ты выйдешь, ты сделаешь то, что должен. Добиться результатов и стать успешным – то, к чему стремятся воспитанники из Искитимской школы бокса. Всегда перед глазами у начинающих спортсменов есть пример среди старших товарищей. Матвей Шершуков в составе сборной страны на учебно-тренировочных сборах в Черногории выступает на престижных турнирах за свою страну. В этом году у нас рекордное количество победителей, если брать по всем возрастам, вместе с вот этими недовесками, 12 победителей Новосибирской области. Я так уже считал, ну, ни у кого из других клубов нету, больше, чем у нас нету. Но не у всех получается добиться высот в боксе, отмечают тренеры. Спорт тяжелый. Очень трудно. Это когда к тебе привели 7-летнего ребенка, и ты из него изначально лепишь человека, потом пытаешься в нем воспитать дисциплину, и только потом начинается бокс. Пока с дисциплиной не разберется никто, то есть бокса может и не быть. Это очень тяжело выдержать вот этот весь напор, вот эта нагрузка. Она с каждым разом все больше и больше становится. Кому-то, допустим, не хватает силы воли до конца этого дойти. Кто-то слабенький просто выходит характером. А у кого-то, допустим, и то на ровном этом, и они доходят до конца. Но очень-очень мало. Многое зависит и от отношения ребенка к труду, боксу, готов ли он работать. Те, кто приходит в зал просто провести время, надолго не задерживаются.